12 января в Казанском федеральном университете стартовали прямые эфиры для абитуриентов. Первыми в списке стали представители Института геологии и нефтегазовых технологий. От лица института на КФУ «Лайфе» присутствовали директор института Данис Нургалиев и заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Терехин. Геологи всегда должны первыми идти, открывать месторождения и все открывать. И нефть, и золото, и алмазы, и все что угодно, все что нужно. Самыми интересующими абитуриентов темами стали, на какие направления появились бюджетные места и в каком количестве. Также будущих студентов тревожит вопрос проходных баллов и какие предметы нужны для этих. Напомним, что КФУ Live проходит в официальной группе ВКонтакте и на площадке Zoom, где абитуриенты смогут задать интересующие вопросы, касающиеся поступлений. Расписание КФУ Live можно посмотреть на официальном сайте Казанского федерального университета. Ну а в следующий раз на вопросы будущих студентов ответят представители юридического факультета. Трансляция состоит 16 января в 16:00. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Универньюз.